Начались предварительные слушания по громкому делу об алматинском стрелке. Сегодня подсудимый Игорь Дужнов отказался от рассмотрения дела судом присяжных. А гособвинение раскрыло детали того, как задержанный убил 5 человек, которые пытались выселить его и семью из дома. В 16:51, воспользовавшись открытием ворот для прохода медицинских работников, во двор дома вошли судебный исполнитель Абенов, новый владелец дома Туганов, помощник адвоката Сакенова, представитель органа опеки и попечительства Бутенова в качестве понятых Сакова и Бекташуглы. В это время Дужнов осознал неизбежность выселения его семьи и жилья. Испытывая ненависть к лицам, причастным к выселению его семьи, Дужнов приступил к реализации заранее разработанных планов. Дужнов вошел в гараж, где взял заранее подготовленный к стрельбе незаконно хранящийся у него карабин марки «Вепер-308», снаряженный магазином с 10 патронами. Следствие также установило, что Дужнов заставил присутствующих в его дворе людей выстроиться у стенки, а позже стал расстреливать их одного с другим. Затем он вышел на улицу, где открыл стрельбу по стоящим там полицейским, но они смогли укрыться за машиной. Одному из правоохранителей удалось обезвредить стрелка. В общей сложности Дужнов произвел 10 выстрелов из карабина, 9 из которых совершил всего за 8 секунд. Увидев лежащие на земле тела и осознав, что своими действиями достиг желаемого результата, Дужнов стал искать других людей для причинения им смерти. Стоя на стремянке, стал перезаряжать карабин, сменив пустой магазин на магазин, снаряженный 5 патронами. В это время Абдуллин, забежавший во двор, быстрым шагом подойдя к стоящему на стремянке Дужнову, схватившись за карабин, попытался его выхватить, тем самым помешал Дужнову продолжить стрельбу по людям. Дужнова обвиняют сразу по 2 статьям – убийство и применение насилия в отношении представителя власти. Трагедия произошла в сентябре прошлого года в алматинском микрорайоне Акбулак. Игорь Дужнов открыл стрельбу, когда его с семьей пытались выселить из дома, который был продан банком за долги. Мужчина застрелил 2 полицейских, судоисполнителя, а также нового владельца особняка и его друга. Главное судебное разбирательство назначено на 29 марта.